И последнее покрытие, о котором я хотела бы сказать, это мармолиум. Мармолиум – это то, с чего начинался линолеум. То, что сейчас продается по формату линолеума, это вот последствия того, что было в 1800 каком-то году изобретено. Изобретено оно было следующим образом. Джутовое полотно, ну это типа наши рожки мешковины, на которые наливается смесь алиновых масел, мела, там различные природные красители, создаются, ну, с моей точки зрения, не очень яркие цвета, такие достаточно спокойно уравновешенные, но выбор цветов очень большой. Вот это тоже является натуральным покрытием, и на сегодняшний день это покрытие мы используем в детских комнатах, мы используем его в кухне очень часто. В чем его плюсы? Дело в том, что очень большая цветовая гамма. И если вам нужно поиграть с цветами, допустим, квадратики, там, прямоугольничек, сочетание вот различных конфигураций, знаете, вот как бывает гипсовая плитка на стену, там плитка большая, маленькая, такая вертикальная, горизонтальная, вот то же самое можно сделать с мармолиумом. Вы подбираете цвета компаньона, которые вам нравятся, которые подходят вам по цветовому решению, устраивают вашего клиента, и можно поиграть в различном расположении вот это вот все. Получается очень красиво. Я лично делаю несколько вариантов, вот у меня заказчики приходили, и то есть вот у меня есть программа Coral Draw, я в Coral Draw рисовала это все, с цветами показывала, нравится, нравится. Потом мы рассчитываем количество материала, сколько, допустим, синенькой, сколько желтенькой, сколько зелененькой плиточки. И заказчик или мастер, или кто-то это все укладывает. То есть очень интересный материал.